Здравствуйте. Сегодня расскажу о самом раннем весеннем уходе за клубникой. Основной уход клубники мы произвели, конечно, осенью. Рассадили, пересадили, проредили, все это. Весной клубнике необходима обязательно подкормка азотными удобрениями. Клубника очень много употребляет азотных удобрений. Можно подкармливать по-разному. Можно на ведро воды спичечный коробок полный с горкой насыпать аммиачной селитры или карбамина. Этого будет достаточно. Можно просто распределить, так как весна, еще будут дожди, можно просто насыпать. Вот берем так из расчета примерно спичечный коробок, и этого удобрения хватает на квадратный метр. Но не сыплю непосредственно под кусты, сыплю междурядье. По земле удобрение распределится куда надо. И далее просто поливаю из поливалки. Лучше удобрение заделать землю, чтобы не пропало ничего. Немножечко их присыпать. Рыхлить клубнику весной надо очень аккуратно. Вблизи кустов нельзя, чтобы не нарушить корни. Так как все для урожая заложено уже с осени, с прошлого лета. Все, теперь аккуратненько эти междурядья поливаем. Земля еще влажная, воды много не надо. Главное, чтобы удобрения теперь тихонько распределились по земле и попали прямо непосредственно к корням. Это обязательное условие. Клубника требует ежегодного удобрения раннего именно азотными удобрениями. Вот тут у нас кустики выглядят похуже, их плохо видно. Это не зима их повредила, это целый месяц не производился прошлым летом полив в большую жару. Просто была необходимость уехать, и вот они так жару не перенесли. Но они растут, будем надеяться, будем за ними дальше ухаживать, показывать, что урожай будет хороший. Это ранняя сортовая клубника. Дальше буду показывать, как она будет вести себя дальше. Ну, все, на этом сегодня все. До свидания.